100 километров за 7 часов 35 минут и 11 секунд. Аскальчанка Юлия Рыженкова завоевала серебряную медаль чемпионата России по бегу. Соревнования проходили в подмосковном Вороново. Юлия впервые в своей спортивной карьере бежала такую длинную дистанцию. Как признается сама легкоатлетка, первые 75 километров дались ей легко, а вот на 85-м пришлось собрать волю в кулак. Начались проблемы с самочувствием. С самого первого километра она лидировала, уступила лишь на 97-м круге. В итоге ее обошла спортсменка из Якутии, но результат аскальчанки в 7 часов 35 минут своего рода рекорд. Это второй лучший показатель во всем мире за сезон 2020-2021. Также Юлия выполнила норматив мастера спорта международного класса. Я сначала, когда собиралась стартовать, я думала, это же бежать 7 часов, там больше 7 часов, мысли. На самом деле ни одной мысли в голове не было. Вот даже сейчас я думаю, о чем я могла думать? Ни о чем, абсолютно. Видимо, я была готова и физически, и морально, за что, конечно, спасибо тренеру, он, наверное, больше верил в меня, чем я сама в себя. Поэтому вот приняли решение стартовать, и оказалось это верным. Сейчас Юлия Рыженкова восстанавливает силы и скоро начнет подготовку к следующему забегу на 100 километров, который пройдет в Суздале уже через месяц.